як завжди, бадьорий, як завжди, позитивний, як завжди, з повною силою Михайло Шелест, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон», завітав до нас в гості. Хочемо проанонсувати, що від сьогодні ми починаємо цикл отаких вправ в прямому ефірі по самообороні жіночій, по вправам, щоб прокинутися вранці, щоб пробудилося тіло, щоб день був бадьорим. Все це буде з нами. Приєднуйтесь, прокидайтесь, повторюйте за нами. Доброго ранку вам, Михайло. Щось я багато говорю. Доброго ранку, привіт, студія, привіт, люди, привіт, зрителі, привіт. Привіт всі. Привіт, привіт, земля. Ну що, привіт, вам слово. Так. Кажіть, з чим за нас завітали, що сьогодні будете показувати, трішечки поговоримо, а потім практично покажемо нашим телеглядачам. Прежде всего, коли ви проснулись, подумайте о чому-небудь хорошому, о позитивному. О чем-нибудь светлом, что доставит вам удовольствие, это первое. Удовольствия могут быть разные, от чашечки кофе до всяких других. Вот. Дальше. Когда вы проснулись, не вскакивайте сразу с кровати, вот как вот прямо вот. Я так понимаю, что у нас таких нету профессионалов, экстремалов, которые сразу вскакивают с кровати. Да. Я вскакиваю. Вот, поэтому потянитесь сначала. Вот как это не парадоксально звучит, вы в кровати лежите еще, только проснулись, подумали о чем-то хорошем, улыбнулись сами себе, улыбнулись новому дню. И просто сделайте подтягушки. Вот это шикарная вещь. Просто порастягивайтесь в кровати, потяните ручку, потяните ножку. Можете даже ножку подтянуть так, можете так. Немножко как-то кисти, шею там помять. Просто лежите в кровати. Вот. И потом медленно, красиво, спокойно. Да, вот не поверите. Вот так вот. Потом спокойно встаете, не вскакивая. Потому что, опять же, сразу, чтобы у вас не было такого понятия, что не с той ноги встал, вставайте с той ноги, которая надо. Обязательно, да. Потому что левая, значит левая, правая, правая. Встали. Вот мы встали, мы такие все красивые, сонные, понятно, зато уже с улыбкой и прочее-прочее. Первое, что надо сделать, сама утренняя зарядка, это цикл упражнений для того, чтобы размять суставы и немножко взбодрить организм, скажем так, пустить по организму кровь. Это вот самый идеальный вариант, да. Но еще до того, как вы начали, вот вы проснулись, пойдите на кухню, выпейте просто сырой пресной воды, скажем так, с-под крана. Через фильтр, понятно, если вы там боитесь всяких заболеваний в водопроводе нашем, да. Не кипяченая, я обращаю внимание, не кипяченая. Кипяченая вода, мертвая вода. Лучше живую воду. Пусть это будет через фильтр, через, ну вот, живая вода. Выпили, ну там, сколько, вот так, натощак. Это рекомендуют, в принципе, все. Я так, не знаю, почти всю сознательную жизнь это делаю. Для чего? Опять же, организм просыпается, как я раньше говорил, чтобы кишки раслиплись, да, они за этот вот, за всю ночь слиплись, да, вот так, да. Это вам для, чтобы взбодрились с утра, да, немножко юмора экспериментального. Вот, да. Дальше, разминка суставов, вытяжка немножко легкая мышц, связок, сухожилий. Ми як вам показуємо? Який от, до чого я підвожу? Уявіть, що ви на ліжку зараз, Михайло. Це мені зараз, вот надо. І покажіть нам, як це ж розминати ці сустави. Будемо представляти, що так, що це у мене така ліжко, да. Рядом з красивою жінкою. Ну, ми поки її не трогаємо, ми поки просто лежимо, да. Якщо прокидаємось. Да. Перше, просто повитягували ножки, потянули ручки, витягнулись. Спинка ровненько, да, вытягиваемся одну ножку, вытягиваем вторую ножку, потом можем покрутить голову, потом уже в ручки вот так вот. Таня, вот так я вот скажу, да, вот. Ідеально так, а ідеально ти ще на 5 хвилин. Ти що, не можеш так зробити? Раніше поставити будильник і просто полежати, ще 5 хвилин можна полежати. Кстати, да, теж класний варіант, тільки щоб це не вийшло, як у нас звичайно буває. Поставив на 5 хвилин і ще немножко посплю. Ні, і виходить будильник. Саме треба полежати, заснути ні, а от полежати і потім ставати з тої ноги. От я дійсно так завжди починаю. І ще один варіант. Опять же, подумайте о чем-то хорошем. Проснулись? Классно. Супер. Вот я проснулся. За окном неизвестно что, но мне тепло. Потому что я под одеялком, мне хорошо, мне комфортно, мне уютно. Вставать, конечно, не совсем хочется, да? Хочется еще полежать, поэтому полежим. Так и быть, 2 минуты можно полежать. Потом потянулись и спокойно встаем. Мы как бы уже встаем? Ми стає, прокидайте, все. Это мы встаем или мы сидим и встаем? Ви встаєте, давайте практично. Я вам так зараз заздрю, я теж би хотіла з вами стати. Дальше. Самое главное, самое первое, размять суставы. Суставы начинаем разминать с шеи. Просто крутим шею, вернее не крутим, а наклоняем вверх-вниз, вверх-вниз. Потом можно делать то же самое вправо-влево, вправо-влево. Потом крутим шею вот таким вот образом. Потом Таня! Дальше, да. В идеале потом покрутить полуобороты, подбородок касается груди. Таня, дивись, чтобы ты бы голова не запаморочилась.
Для чого розмінаємо шею, для чого не розмінаємо сразу ногу? Для того, щоб кров поступила в голову, щоб ми почали хоть немножко что-то думати. Mm-hmm. Да, вот такой варіант. Опять же, да, это мы уже, да, мы будем считать, что мы уже пошли водички попили. Угу. Да, да, да. Дальше. Крутим шею. Опять же, суть в том, щоб делать это очень аккуратно, очень нежно, очень плавно, никаких рывков, тобто никаких. Тобто фанатизму не треба, правильно? Да, скажем так, наслаждаясь процессом. Угу. Просто крутим шею сюда-сюда, потом есть такое еще классное упражнение. Друзья, вы повторите, да. Да, вы повторите, да. Есть еще такое классное упражнение, вот так вот, вот этой рукой подбородок снизу, голову и аккуратненько чуть-чуть ее провернули. Только суть в том, чтобы, да, суть в том, чтобы этим движением не свернуть самому шею себе, да, вот, но немножко протянуть, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда, потом понаклоняли голову, так само протянули задние мышцы, шейные позвонки немножко. Да, и сюда чуть протянули. Это мы уже покрутили. Вот Евгений, оператор, тоже уже делает. Там уже непогано выходит. Да, дальше, дальше, дальше. Можно еще сделать легкий такой массаж. Я знаю, девушки обычно любят, ходят на массаж там лица или там как у них там очистка лица, да. Нет, брови пальчиками поразминать. Таня, виски, я робить его, да, да, я, да, я да. Вот здесь, вот здесь, вот здесь поразминать лицо, для чего? Чтобы оно проснулось. Проснулось. Вот да, так. Вот так, да, лица, да, 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 да. Опять же, голову немножко помассировать, все равно после утренней процедуры, вернее, с утра, когда вы проснулись, после подушки, у вас все равно прическа. В любом случае красивая, но тем не менее, да, причесываться все равно, поэтому можете руками. Дальше, плечи. Плечи делаются как бы три движения, там ничего больше нового не придумать. Либо вверх-вниз, либо крутим вперед-назад. Да, для чего? Для того, чтобы размять вот эту вот шейную часть, трапециевидную. Чего ты смеешься? Плечи, повтори, да, за нами. Да, мышцы, чтобы вам было легче крутить, вот так. Потом опять же покрутили немножко здесь и чуть-чуть опять добавили шею. Опять покрутили плечи и добавили шею. Ты зараз я така бадьора буду. Да, да, да. Я вот, честно говоря, да, как бы начинаю как на тренировке. Вы уже покидаете. Начинаю, да. Дальше. Пальчики, суставы, кисти. Вот это так, спокойно. Ладони. Можно каждый пальчик аккуратненько. Просто потянули. Без фанатизма, ого, да. Ого, не ломая при этом, да, себе пальцы. Хрустить. Да, вот так. Кисть сюда завернуть. Аккуратненько сюда. Це вже знаю. Вот таким манером. О, так ти. В обратну сторону. Вот так, да. Ага. Есть такой прием. Бам. Ну, мы не будем сейчас показывать, чуть позже, да. С этой стороны то же самое в обратную сторону. Ага. В обратную. Сюда, сюда, сюда. Покрутили каждую кисть. Можно так, можно покрутить вот так рукой. Можно схватить пальцы сцепления покрутить. Это вот из школы помню, да. Дальше переходим, это мы размяли кисти, начинаем дальше, локоть идет по руке. Локти все очень просто, можно крутить, если со стороны, чтобы было понятно. Михайло, вот скільки так, по часу це крутити? Нет, якщо я це все буду робити, мені за 2 години раніше прокидати. Ні, это мы просто сейчас медленно показываем, как бы, для зрителей, чтобы они немножко запомнили. Да. На самом деле, сама зарядка утренняя, она длится, ну, минут от силы, ну, 5, ну, максимум 7. Сподіваюсь, ми кладемось в цей час. Продовжуємо далі. Так. Локти, локти покрутили сюда. Один, второй, два можно перед собой, вперед-назад. Потом по отдельности крутим. Чуть-чуть размяли, опять же. Это мы уже размяли кисти, размяли локти, размяли плечи. Мы только что крутили, но теперь плечо круговым движением. Круговым движением. Угу. Вперед, круговым движением назад. Точно так же левую руку вперед, назад. Потом разгибаем, раскрываем грудную за счет плечей назад. Вот так растягиваем в разные стороны. Да, протянули. Опять же, это надо делать спокойно, без рывков. Не того, что там ха-у-а. Да, и потянулись, потом скрутились, и мы... Кава, да, овсянка. Да-да-да-да-да-да. И Таня, и макияж еще. Следующее, вот мы сделали верхнюю часть. Теперь переходим... Задняя, вернее, спина, корпус, одним словом, вперед, зад, да. Крутим, ручки ставим вот примерно параллельно сами себе, да. Ножки уперты в пол. И просто развороты туловища, аккуратненько. Можно что-то взять, да, вот для зручности? Можно что-то взять, да, только не берите там 100-килограммовую штангу, все просто, спокойно. Табуретку. Ну, это если у вас большая квартира, да, чтобы не разнести всю мебель, да.
і кота не зацепить. Ручки проворачуємо, либо паралельно ручки держимо, либо, щоб достигнути ефекту більшого розворота, руку протягуємо назад і проворачуємо. Да, желательно, чтобы ваши, да, чтобы ваши глаза видели пятки. То есть разворачиваемся, ого, да. Да, я буду смотреть на Иру. Дальше, дальше. Вспоминаем Майкла Джексона. Делаем, нет, делаем восьмерку бедрами. А я думала, вот это. Восьмерку бедрами, да. В одну сторону, в другую сторону. Да, да, да. Потом делаем, потом делаем вперед, назад. Я думаю, что у вас теж зараз гарно выходит. Потом, если у нас получается, мы делаем вот такую восьмерку, волну. Бам, да, вот так. А хвилю я знаю. Вот хвилю, да, вот так вот, да. Чудненько. После этого просто крутим бедра. О, как классно. Повторим, повторим. Це варто повторити. Навіть наш оператор Женя. Сильно так не крути, а то я забуду, зачем я здесь. Да. Дальше, дальше. Спокойно, спокойно дальше. Ставим ручки на коленки. Чуть-чуть ножки шире. И начинаем крутить. Таня, ну це твоє улюблене вправо, я знаю. Это у нас такая разминка уже, да, длится уже сколько, 40 минут. Слухайте, щось ви перетягуєте. Потом так же само ножки вместе. Я буду так робити. Сделали, да, можно так, отлично. Вот так вот, да, так я точно забуду. Дальше, потом вытягиваем пальчики, ручки так. И вытягиваемся максимально и с вытяжкой как бы немножко назад. Тело назад, и можно пристановиться на носочки. Вытягиваемся назад. Больше, 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 в дугу. Дугу больше, да. Тань, тобі допомогу. Так, как бы вот так, да. Это мы сделали. Теперь можно сделать легкие наклончики вперед. Стопы. Параллельно так. И чуть шире, да, сгибаемся вот в районе, да, наклон, ребрышки вперед, спинка ровно, голова вперед, наклон, наклон на ножку, опять, это у нас вдох на другую ножку, выдох, шикарный вид, вдох, выдох, да, вот как хорошо быть иногда в студии, да, с прекрасными девушками. Следующая задача, маленький, маленький, маленький момент, переходим на какую-нибудь ударную часть. Мне вот, да, на ком отрабатывать? На подушке. На подушке. Следующая, нет, подушка, это мне не очень нравится. Вот я буду с нашей красавицей. Итак. Все, сейчас будут биты. Зарядку нет, 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 биты не будем, биты не будем. В качестве разминки и в то же время как элемент отработки удара попробуем ударить, например, локти. Да, да, да. Сразу, где у нас локоть находится? Хорошо, у нас сегодня три, да. Итак, локти, локти, локти. Мы отрабатываем их как в технике, скажем так, для самообороны, и в то же время мы можем отрабатывать его как обычная разминка, утренняя разминка. То есть ставим ладошки вот так. Давайте показываем. Раскрываем ладошки наружу, да. И просто крутим тело. Причем крутим, да, вот отлично. Угу. Что хочу акцентировать внимание, сейчас, секундочку, чтобы не крутить одним плечом, а ровная линия с плечами вместе. Вот так. Вот у нас таким вот образом работают локти. А теперь то же самое упражнение, как навык. Мы захватываем хулигана за шею и этой рукой атакуем его в меня, в хулигана. Бум. Вот так. Ага. Вот так. Дівчата, запам'ятовуйте, ви вже почали битися, не важко. Да, да, давайте это сьогодні на зарядці зупинимося, а всі інші вправи циклу будемо працювати наступного разу, коли Таня буде в зручнішому одязі. Да, ми в следующий раз попробуємо ще розтяжку зробити. О, чудово, да. Чудово, просто. Боже, що мене чекає? Я, наприклад, запам'ятала, що варто робити вранці, сподіваюсь, ви так само. Якщо ні, можете переглянути згодом наше відео на Ютубі та в сторінці Фейсбук. Михайло, так, дякую вам, ви не лише фізично нас так надихаєте, конечно, а ще й морально. А мене бадьора розбудили. От ми вже точно бадьорі, оператори наші бадьорі, я сама собі розмовляю, вони самі собі, таке щось. Дозвольте, представлю, хто у нас був цього ранку. Михайло Шелест, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон». Дякуємо вам, пообіцяйте, що наступного четверга ви у нас. Всі почули, ви пообіцяли. Дякую, дякую. Я дійсно так буду починати ранок і думаю, наші глядачі теж будуть повторювати. Дуже класно.